зря вернулся сюда безоружным. Не совсем. Думаешь, световой меч делает тебя джедаем? Нет. Встреча с вами. Я бегал от воспоминаний из Бракки. Но больше бегать не буду. Что ж, посмотрим, как ты умрешь от своей храбрости. Покажи, чему научился. Впечатляет. Но так ли важна сила? Учитель, я не смогу забыть. Эта утрата навсегда со мной. Я не забуду ваш урок. И вашу жертву. Помни, упорство откроет путь. Нам нельзя быть здесь. Это место проклято. Не бойся. Мы же договорились. Ты обещала научить меня вашей магии. Он обещал подарить нам возмездие, если я научу его нашей магии. Простите, я буду на стороне Маликаса. Как знать. Мэрин, да? Я Кэл Кэстис. Все, что тебе говорили о джедаях, это ложь. Это слова, Кэл. Маликас тоже много сказал. Даррен Маликас когда-то состоял в Ордене, но кем он стал, я...
Я даже не знаю. Но я знаю, что один световой меч еще не делает тебя джедаем. А что тогда? Мы хранили мир. И нас предали те, кого мы защищали. Мы пали от рук Империи. Возможно, я один из последних джедаев. Я была ребенком, когда они напали. Воин в броне, размахивающий этим, налетел на нас и вырезал мое племя, моих сестер. Я осталась одна среди мертвых. А Маликас пришел и пообещал мне месть взамен на секреты, что я хранила. Я знаю, что значит все потерять. И Маликас зря использовал это чувство. Зачем нам быть врагами? Он пригодится. Опять она за свое. Я буду следить. Пошли отсюда. Впереди Маликас. Можешь вернуться. Не могу. На кону жизни. Чьи жизни? Невинных. Чувствительных к силе детей, которых истребят. Как нас тогда? От новых знаний. Случилось что-то ужасное. Пролилась кровь. Убивали своих ради мечты о власти. Кэл Кэстис. Маликас. С возвращением. Начнем твою подготовку. Ради чего ты пришел в эти руины и рисковал жизнью? Могу спросить тебя о том же. Здесь сокрыта сила. Сила, незнакомая джедаем, подвластная мне. И я готов поделиться ей. Разве не понимаешь? Это меня не интересует. Я хочу возродить Орден. Возродить Орден? Да ты глупец. Все кончено. Джедаи пали еще до истребления. Задушенные традициями.
оглушенные былой славой, ослепленные долгой войной. Может быть. Но ничего не кончено, Маликас. Здесь и сейчас у нас есть шанс. Шанс извлечь урок из ошибок. Урок и джедаи? У них нет будущего. Как ты этого не поймешь? Время для чего-то нового. Ты и я. Мы можем создать нечто иное. Нечто лучшее. Нет. Тогда Датамир станет твоей могилой! Тебе повезло! Пожалуйста. Тебе не хватает сил. О, быстрый попался. Жалкие потуги. Сразись со мной! Тебе меня не достать! О, быстрый попался! Никчемный ты, джедай! Даже не больно! Бегать от смерти вечно не выйдет. Ну же! Тебе не хватает ловкости. Помоги мне, беди. Сразись со мной! Тебе меня не победить! Финты тебя не спасут! На помощь! Назад, джедай! Thank you.
тебя нет прав на Датамир. Нет прав на нашу магию. Встань, Кал Кестис. Ты пока еще жив. Полное ничтожество! Тебе меня не победить! Хорошие рефлексы! Друг, помоги! Молодец, сюда! Назад, джедай! Бегут только трусы! Ты и говорил, Маликас. Датамир станет твоей могилой. Лежать ему во тьме со своими секретами. И ждать смерти. Зачем помогла? Этому паразиту не место на Датамире. Зачем ты на самом деле здесь, Кал Кестис? Зеффа, те, кто возвели гробницу, создали некий объект, Астриум. Ключ к хранилищу на другой планете. Внутри список чувствительных к силе детей по всей галактике. Но Империя тоже его ищет. Какая Империя? Та самая. Ну та, что убивает чувствительных к силе, чтобы никто не смог дать отпор. Значит, скоро она придет на Датамир. Вслед за войной. Будем искать Астриум вместе. Спасибо, что помогла с Маликасом. Я уж думал, мне конец. Да, ты бы умер. Ага. Рада, что ты жив. Хорошо, когда есть союзник. Да, я тоже так думаю. Пожалуйста, Кэл. Будем искать Астриум. Это место, оно... Ужасает. Мы его нашли.
реален. Мэрин, теперь можно воспитать новое поколение джедаев. Я рада за тебя. И твоих джедаев. Но ничто не вернет мне сестер. Да. Когда всех убили, я был один очень, очень долго. Прятался, и я все время боялся, что меня узнают или поймут, кто я. А потом? Друг посоветовал выйти из тени и найти свое место в галактике. И ты решился? Нет, но жизнь порой сама толкает тебя вперед, хочешь ты или нет. И вот я здесь. Весьма неожиданно. Толкает вперед. Я помогу тебе. Правда? Много лет я ждала шанса отомстить за сестер. Надоело ждать. Сердце говорит сражаться. Сестры ночи и джедаи обычно держатся порознь, но уцелевшие меняются. Да. Да, наверное, так. Что думаешь, Биди? Согласен. Только вот мою команду надо будет уговорить. Значит, уговорим. Дальше не пройти. Теперь пройди. Раньше это тоже ты сделала? Да. Интересно было, как ты справишься с Маликасом. Это что, был тест? И ты прошел. Поздравляю. Ты мне в этом поможешь? Уверена, ты справишься. Стой, как ты о ней узнала? Я видела твоих спутников. Маликас просил их убить, но они не представляли угрозы. Цере... Ну, она была джедаем. Долгая история. Я бы послушала. Встретимся на твоем корабле.
ты его нашел. Стоп, стоп, это кто? Это что еще значит? Значит, что я с вами. Цере, Грис, это Мерин. Что? Она же ведьма, нет? Сестра ночи. Не надо меня бояться. Без нее я бы не нашел Астриум. Мы сражались с Маликосом. Я ей верю. А мы верим тебе. Ты сначала это заслужишь. Ладно, ладно. Ну, садись, пока она не выкинула какой-нибудь фокус. Добро пожаловать. Ты им по душе. Я тебя не понимаю.